В канун празднования Великой Победы в Твери чествуют ветеранов. Под окнами квартир, где проживают участники Великой Отечественной войны, проходят мини-парады. Торжественным маршем прошли курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова, воспитанники юноармейских отрядов. В числе тех, кто принимал поздравления, были Михаил Васильевич Савченко, Валентина Константиновна Никифорова, Владимир Николаевич Левандовский. Когда началась война, Михаилу Савченко было 16 лет. Он воевал в партизанском отряде, затем вступил в ряды действующей армии, встретил победу в Берлине. Валентина Никифорова в апреле 43-го года окончила курсы радиотелеграфистов, выучила азбуку Морзе, и в 17 лет от военкомата ее направили в Великие Луки, где она на ключе по рации передавала и принимала информацию, обеспечивала связь на различных участках фронта. Была ранена. После войны трудилась телеграфисткой. Труженик тыла Владимир Левандовский – выпускник первого набора Калининского суворовского училища. В июне 45-го года в составе сводного батальона этого учебного заведения он участвовал в параде Победы.